Торговая марка Троекурово. Полезная птица для вашего здоровья. Три орешка для счастья – это только в известном фильме о Золушке. Для кулинарных целей всегда требуется много больше. Особенно, если это не просто сытная добавка к салатному миксу, а вполне самостоятельное блюдо, в котором ореховый соус давлеет, то есть играет роль основной составляющей. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот об этом сегодня и поговорим, это сегодня и приготовим. Пряно, орехово, сытно, красиво, с курицей, с ациви. Самое интересное, что название соуса перешло и на все блюда, с ним приготовленные. Сациви с рыбой, сациви с грибами, сациви с корнеплодами. Иной раз именуются без каких бы то ни было уточнений. Просто сациви и все. Но вот насколько это просто, мнения, как водится, самые разные. К примеру, и орехи могут быть использованы любые, не только грецкие, но и миндаль, фундук и даже арахис. Со специями тоже довольно неоднозначная картина. В каноническом триединстве уцхот, сунели, эмеретинский шафран и семена кориандра начнешь готовить, сразу поймешь. Разве что с кориандром все в порядке. Остальное надо поискать. А по поводу точности приготовления этого и искать не стоит. Проще, видимо, отправиться на историческую родину рецепта и там произвести кулинарную разведку. Судите сами. Кто-то считает, что в сациви обязательно нужно добавлять лук. Но обжаренный или на курином жире, обжаренный обязательно на сливочном масле, совсем не обжаренный, а сырой совсем не добавлять, единой рекомендации нет. Кто-то считает, что соус непременно нужно загустить мукой пшеничной или мукой кукурузной, или вообще яйцом, опять неизвестность. Залив орехи бульоном, нужно ли их варить или дать просто настояться, подготовив их уже вместе с курицей? И вообще, должна ли быть курица с сациви просто отваренной, отваренной и запеченной в духовке, отваренной и обжаренной, тоже запутаться проще простого. И только в одном все версии приготовления сациви мы, видимо, взяли по чуть-чуть от каждой, сходятся. Сациви – это блюдо холодное. Да, столько жарких действий, столько жарких споров заради буквально застывшего результата, который, конечно, оправдывает весь наш миллион терзаний и размышлений. Над такой аппетитной темой – ореховый соус. Сациви с курицей. Цыпленка торговой марки Троекурово разрезать на части, залить водой с добавлением лаврового листа. Отваривать до полуготовности. Далее бульон сохранить, куриные кусочки обжарить на растительном масле, когда зарумянится, добавить соус сациви. Для его приготовления подсушить в духовке грецкие орехи, разбить в блендере, добавить тертый чеснок, измельченный острый перец, хмели сунели, рубленную кинзу и базилик, кориандр, соль, залить бульоном, хорошо перемешать, подавать блюдо холодным с зеленью. И еще один спорный момент насчет приготовления этого блюда. Есть мнение, что настоящее сациви может быть только с индейкой. Разрешите не согласиться. Куриное мясо торговой марки Троекурово богато витаминами группы В и микроэлементами, поскольку до 70% рациона цыплят составляют зерновые культуры – кукуруза, пшеница, соя, выращенные в экологически чистых районах Поволжья, Западной Сибири и Юга России. Торговая марка Троекурово – полезная птица для вашего здоровья. Удачного дня, отличного настроения, приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьё. До свидания!